Всем привет. Тере-тере из далеких краев, из Привет, Сталина. привет. И Белла передает вам привет. Давно ее не показывали. Да. Белла, расскажи-ка, как у тебя дела? Как дела с Белла, Полли? Белла. Типа меня тут нету, да? Да. Как у тебя дела с Полли? А, Белла? Хорошо или плохо? Кушаем-то мы хорошо рядышком. И на этом все заканчивается. Не хочет на ручках быть. Ну ладно, пусть все бегать хочет. Бежит. Вот, покажем себя тоже. Угу. Да, мы на низком старте. У нас сегодня в школе у Софии выступление. Поэтому мы рождественская... допиваем кофе, да, и стартуем. Идем в школу. София угу. будет выступать. Что ты там будешь делать? Петь? Танцевать? Какую песенку? Таса. Кайлават. Нет. Каяват. Ну смотри, не перепутай на сцене. Нам сегодня подарили вкусные конфеты. Тине большой привет, спасибо. Да. Спасибо, Тиночка, она мои сказала, любимые что конфеты. Это маленькая елочка, ну и выглядит как елочка. Все это съем я одна. Поможем, поможем. Мои любимые конфеты. Все, собираемся, собираемся, сейчас поедем. Сейчас оттепель. Плюс 2 днем было, потихоньку тает наш сказочный Таллин. Да. Когда он в снегу и когда много снега, старый город совершенно по-другому выглядит. Mm-hmm. И вы, по сути, как это, по видео было видно, что вы это оценили, посмотрели много. Mm-hmm. Будем наблюдать, смотреть, если будут тоже еще такие красивые погодные условия и время, то обязательно снимем вам mm-hmm. еще сказочного Таллина. СМИ уже предупредили, будет дождь ледяной, что оставайтесь дома. Ну, у всех ли есть возможность дома остаться? Будем надеяться, что коммунальные службы справятся. Будем надеяться. Так, дети готовятся тут. Ой, Полли, Полли. И тебя покажем. И тебя покажем. Спала прямо рядом с радиатором. Радиатор у нас горячий-горячий. Да, горячие, горячие радиаторы. Ну что, София, будешь одеваться? Да. Наряды готовы. Ну-ка, красивые, блесками, да? Да. И туфли, туфельки, да, вчера, которые выбрали. Действительно, очень красивые. Да. Действительно. Ну давай, одевайся, мы посмотрим тогда. Да, следующий выходи кадр уже будет, когда ты уже будешь одета празднично. Угу. Красавица, красавица. Красавица. Да. И туфли удачные. Молодец. Собираемся, едем в школу. Все, пора, пора. Поехали. Это стразики. Я люблю очень красиво, делать. Красиво, да. Такие мелкие-мелкие штучки приходится приклеивать. Угу. Это мы купили в Юлемисте в центре. Цветной. Цветной. Что-что? Это магазин цветной. А, магазин цветной. Так называется магазин? Да, ага. Там большой выбор. Самые разные картины, на любой вкус и цвет. Но выбор там хороший, да. Попугайчик. И попугайчик, да, хорошо ты сказала, то пропустили бы его. Красиво очень. Ну, это такая работа прямо на несколько часов. Ну, да. И смотрите, что я еще. А, вот домик в одном видео мы показывали, когда ты собирала, а тут уже полностью собрано. Ага, молодец. Ну, все, теперь уж точно надо ехать. Да, пора. А то не успеем. Ну вот нашли Шкода Камик или Камяк, Камик. Камик. Вроде хорошая марка, и пока вот ехали в школу, даже подумали, если выберем какую-нибудь новую машину и в Больт-драйве большой автопарк, может быть так удачно будет, что если выберем, например, Шкоду какую-нибудь, можно прежде чем идти в салон, погонять, выбирать машину до этого, покататься на Болт-драйве, посмотреть, нравится, не нравится. Угу. Но эта Шкода удобная, хорошая, она высокая, такой городской, как внедорожник. Угу. Правильно сказал? Паркетник. По-русски нет? Ну, не знаю. Паркетник. Короче, какое-то новое слово русское сейчас придумал. Все, идем сейчас в школу. Ластами, конечно. Плохо убирают. Очень плохо все убрано. И, короче, сами, кто живут в этом районе, все видят прекрасно. Ну да, чуть-чуть. Но ничего страшного. Вот там мой класс находится. Угу. Молодец. Там твой класс, да? Пойдем, покажешь. Посмотрим. У
у нас, кстати, сейчас происходит такой конкурс, что мы должны двери разукрашивать. Вот, например, такие двери у нас там должен. А, вот эти двери классные. У вас двери тоже украшены. Ну, красиво, такие это рождественские, да? Ну, такое, я уже видела. Мы ходили, мы видели. Вот это наш класс. А вот и я. Это все из нашего класса. Ну, красиво, красиво. Молодцы. Это все из